В Чите 25 декабря откроется медвотрезвитель на базе краевого наркологического диспансера по адресу Верхоленская, 1. Отделение рассчитано на пребывание 15-20 человек. Этот вытрезвитель отличается тем, что пребывание граждан здесь добровольное. Сотрудники полиции или скорой помощи будут доставлять в отделение людей в состоянии алкогольного опьянения. После процедуры освидетельствования, определения степени тяжести и обязательного согласия, данные граждане будут помещены под наблюдение медиков в специальные комнаты с кушетками. Через несколько часов они смогут самостоятельно покинуть отделение.